Всем привет! Продолжаются мои реакции. На этот раз реакция будет по просьбе моей подруги. Так как это моя подруга, естественно, я не могу долго мурыжить ее, поэтому сделаю реакцию. Она заказала песню на Enhypen, Favor, да, по-моему? Еще несколько песен, я потом посмотрю. На самом деле, помню только эту пока. И также заказали еще вчера снова реакцию на данную же песню. Поэтому нужно отснять. Уже два человека хотят увидеть. Да, я не стремлюсь за просмотром, если кто-то думает, что мне прям важны просмотры, потому что я с этих просмотров не получаю ничего. Даже если на моем канале будет три человека, но им нужно мое творчество, то, пожалуйста, ради вас я готова на все. Да. Вот. Ну, слава богу, не три человека, конечно, просматривают мои реакции, но тем не менее. Подождите, мальчики Enhypen. Раз, два, три. Настя пыталась меня научить, как их зовут, скидывала мне тех, которые мне понравились, но я уже всех забыла. Мне нужно что-то другое, что-то большее, чтобы их запомнить. Например, если вы подрастете лет на 10. Какие у них тут костюмчики. Аристократы, графы, графини, герцоги, лорды. Во, красиво как. За ними какая-то тьма. О, слушай, у меня идеи появились для своего романа, сразу глядя на это. В одном из романов у нас есть коридор забвения, вот. И там застряла армия. В замке аристократов. Надо вентилятор выключить, по-любому шум там будет сейчас. Ну, жарко очень. Так, опа. Забыла совсем выключить его. В наушниках его не слышно просто. Как они любят на друг друге возлежать, это просто. Классно была локация, где они танцевали. Мальчик с белыми волосами классный. Настя, рассказывай опять, кто они. Я слышала эту песню. Даже не знаю, где. Наверное, в кафе. Так, поп-кафе. А может быть, в ТикТоке где-нибудь натыкалась. Щипа. Скучаю. Папа, щипа. Какой алтарь красивый. Какие они все-таки крошки еще. Этот симпатичный мальчик. Они все, конечно, красивые. Так прикольно было это движение под люстрой, под этой огромной. Плохо, что у меня на новой группе очень плохая память, поэтому я не запоминаю их имен. Mm-hmm.
зависает еще, кстати. Клип в конце начал зависать несколько раз. Поэтому, возможно, у меня тут будет немножко расхождение. Господи, Эйса, начались, Эйса. Обморок, обморок, обморок. Все, падай в обморок, тихо. Все, уберите Эйса, пожалуйста. Так, мне нужно будет сделать видео, поэтому никаких Эйсов еще не хватало. Я, кстати, не помню, делала реакцию на Savage. Не помню. Надо, наверное, сделать для себя любимый. Да, буду смотреть и наслаждаться своими любимыми мальчиками. Спасибо за заявку, подружка моя Настенька. Еще раз мне расскажи о всех мальчиках, которые мне понравились. Мне больше всех понравился белобрысый в этом клипе, не знаю почему. Хоть он и маленький, но будем относиться к нему как к ребеночку. И он еще напомнил мне, я говорю, что я в каком-то из видео, в прошлом видео говорила о том, что основная моя деятельность с самого моего детства, где-то, наверное, лет 14, я пишу романы. Пусть я писала там всякие детские глупые романы, даже не буду их озвучивать, но это очень смешно было. Но, тем не менее, у меня есть один роман, где есть вот коридор забвения, и там, получается, есть один из персонажей, вот белобрысый мальчик, он олицетворяет просто от этого персонажа, зовут его Анхель Азеркил, и он телепат. Вот. Короче. Он мне напомнил этого мальчика, поэтому здесь его образ прям четко вошел в моего персонажа, и я смотрела как будто бы историю про своего персонажа даже больше, нежели чем клип. А так красиво, конечно, как всегда все в корейских клипах всегда почти все красиво. Даже если они снимают в каком-нибудь там на каком-нибудь пустынном месте, где только камни есть и все, больше ничего нет, но это всегда очень красиво, потому что у них операторская работа всегда, конечно, вот такая супер, просто огонь. А песню я вроде бы слышала где-то, она такая мелодичная, прикольная, мне нравится. Но я не помню, где я ее слышала, честно говоря. Либо я ее в кафе слышала в кей-поп, либо я слышала где-то в ТикТоке, может быть, нарезками, какими-то отрывками. Но знакомое что-то очень сильно, хотя клип я не видела до этого. Спасибо огромное за просмотр. Всем, кто любит Энхайпен, приходите, посмотрите, оцените вместе со мной клип. Ну, конечно же, можете пройти по ссылочке внизу и просто посмотреть клип, добавить ребятам просмотров. Поэтому им всегда, в любом случае, будет приятно, я уверена. Все, всем пока!